На инновационный форум InHub мы привезли проект инновационной теплицы для арктических регионов и Крайнего Севера. Наш продукт закрывает основные потребности арктических регионов в потреблении плодово-овощной продукции, то есть выращивание овощей, ягод и других культур. Также на базе нашего проекта можно выполнять рекреационные круглогодичные зеленые зоны, спортивные площадки и сооружения другого назначения, которые могут работать в суровых условиях Арктики. А наш проект максимально энергоэффективен и обладает пониженными энергетическими затратами за счет рекуперации тепловых потоков. Для развития нашего продукта необходимо на данный момент провести полномасштабные испытания. В этом ключе мы сейчас тесно сотрудничаем с Полярным арктическим ботаническим садом в городе Кировск Мурманской области. Дальнейшим развитием нашего проекта является его коммерциализация и вывод на широкий рынок арктических регионов. На самом деле, лично для меня это первый форум такого формата, и поэтому впечатления исключительно положительные. Огромное количество умных, интересных людей, огромное количество замечательных проектов. С некоторыми из них нам удалось сдружиться, даже в какой-то степени сдружиться, потому что мало того, что мы можем быть полезны друг другу, так и в качестве общения очень приятные и очень замечательные люди. Организация форума на высшем уровне, все сделано великолепно, замечательно. Мы хотим пожелать данному проекту InHub дальнейшего развития. Надеемся увидеть его и побывать вместе с ним в других городах нашей большой страны. Площадка нам интересна с точки зрения поиска соратников, людей, которые... проектов даже не людей, а скорее проектов, ну и людей, которые эти проекты изобрели, которые смогли бы развить наш проект, поучаствовать в нем, возможно, на нашей основе развить свои проекты. Также, конечно, очень интересно общение с кураторами, от которых мы узнали очень много интересной информации для развития нашего проекта. Ну и, конечно же, поиск инвесторов – это, наверное, основной элемент и основной приз, скажем так, участия в этом форуме.